Так, ну что, я продолжаю. Еще немножко хотела показать лапку. Вот мы уже обстригли одну, да, немножко неровно. Ну, немножко я выбрала, наверное, место сегодня не очень удачное. Здесь на улице, потому что ветер. Ветер и развивает его. Это красиво. Красиво, красиво. Так, ну что я вам скажу? Конечно, если у вас собачка одна, то вы будете за ней смотреть, прям смотреть, смотреть. Она у вас будет белоснежная, да. Вот, я тоже стараюсь, но не всегда бывает. Опять же, собачка живет в квартире, да, вышли и ушли, не разрешайте там ничего копошиться, где-то копаться, закапываться. А мы разрешаем все. Мы можем быть, я уже говорила, и в грязи, и в траве, и в цветах каких-то, и понюхать можем все что угодно, цветочки, желтые, пыльцу. Вот все это, конечно, может красить саму шерсточку. Но как бы так, я в принципе особо сильно не парюсь, да. Я обрезаю то, что мне не нужно, в плане того, что вот видите, волосики наверх. Ну, с хвостиком это, конечно, очень красиво. Да, это классно, все замечательно, но у меня столько хвостиков, что порой забыла, когда я там чай пила, не пила. Вот, но это мои вопросы, заботы. Вот, я стараюсь, вот, глазочки, что должно быть? Глазочки должны быть открыты у собаки, ничего ей лезть туда не должно. За усиками, да, конечно, я тоже ухаживаю, ну, у меня есть там свои средства, да, отбеливания, когда беленький, он когда может чуть-чуть вымазаться, да, вообще ничего там такого нет, в принципе. Да, нужно, конечно, ухаживать. Вверх я, конечно же, всегда срезаю, то есть вот филировочными ножничками. Верхушку я вот эти все возле глазок я обязательно вот так подчикиваю. Красивенько так. Она раз таким такой волной туда, на сторону макушки, вот сюда. Вот здесь тоже все. Вот, 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 вот так. Раз, раз, раз. Рассмотрел. Оп, оп, приподнял. Ну, по мере того, как он уже бегает, смотрю, ага, висит какая-то там прядка. Я ее раз и убрала. Вот, все, видите, то есть мордашка, глаза должны быть открытыми, вот, чтобы ничего ему не лезло. Ну, я же говорю, когда у вас одна собачка, вопросов нет, вы можете сделать бантик ей, резиночку, если это девочка, если это мальчик, а у нас мальчик, красивый мальчик, да, при большом желании резиночку можно завязать. То есть я задние волосы, пускай солнце, не снимаю полностью, да, то есть бывает так, раз туда полностью все снимают, а я задние не снимаю, то есть у нас такие, скажем так, распущенные волосы, поэтому вот, если есть желание сделать бантик, вот, то мы его сделаем, вот такой будет бантик, но желания у нас нет, поэтому мы будем без бантика, да, рыбка моя. Все, продолжаю его расчесывать. Кайфую, просто кайфую от этого. Вообще супер, супер мальчишечка. Так, моя атрибутика. Вот такой мальчишечка. Так, пузика тоже я состригаю. Видите, здесь должно быть все четенько, все открыто. Ну, потому что тут у нас важные, нужные органы, да, по чуть-чуть. Сенчик так обхожу, немножко уж извините за откровенность. Вот так все, да, то, что не нужно, убираю. Но, тем не менее, вот это все скрываю. Это у нас вот тут, видите, беленькое, чистенькое все. Сенчик сильно не оголяю, чтобы, да, не попадало всякая грязь. По чуть-чуть. Все, вот. Вот так вот мы вычесались. И все суперски. И вот он такой замечательный мальчишка. Садись. Чик. Садись, не бойся. Вот, смотрите. О, вот такой. Классный мальчик. Да. Ничего сложного нет, поверьте, абсолютно. А удовольствие, кайф, я вам передать его. Просто передать.
приедать. Как это классно, как это прям потрясающе. Сейчас мы сделаем красивый проборчик. Люблю тоже вот это дело. Розовенький, да? Проборчик. Так, вроде бы ровно. Вот. Вот так. Красота, да и только, да? Все приучены. От мамы не уйдешь, называется. Ну, потому что так надо. Вот. Вот вам и лепота. И красота. Но ведь стоит же этого, правильно? Ну скажите, что стоит. Смотрите, какая красота. Да, солнышко мое? Так, мордашечку мама сейчас за пару деньков отбелит. Да, вот так вот. Ну, когда погрызушки даю, разные тоже может мордашечка вымазываться. Ух ты, какой колтунчик, смотри. Опа, опа. Все, мой золотой, все, молодец. Все. Так, ну все, отпускаем мою счастье белоснежное, белоснежное. Ты молодец, ты молодец, молодец. Вот такой молодец. Что-то там опустилось. Вот такой молодец, люблю так делать. Мой золотой, молодец, умничка, да. Молодец, люблю тебя.